Привет, друзья! В очередной раз хотел поехать на Днепр на рыбалку, но моя любимая жена захотела вдруг карпов. Карпов, тушеных в овощах. И теперь вместо Днепра буду ходить по камышах, пытаться ловить карпов. Так как сейчас месяц июль, жара, и карп держится в камышах. Я заранее наделал мест, закормил их. С вечера я кормил, сейчас утро. Еще чуть-чуть подкормлю. И будем пытаться ловить карпа. Сделаем жене хорошо. Попытаемся выполнить просьбу супруги. И даст Бог, нам в этом деле повезет. Мой тубус под удочки с мормышками. Три удочки, две с катушкой, одна без, две заряженные, одна 6-метровая мавр и удлиненная синей рукояткой, и тика примера 5-метровая. И вам советую иметь хотя бы две удочки, а то невзначай поломали, и все, рыбалка испорчена. А так я запасная, сразу взял запасную и пошел ловить дальше. У меня такое было, только приехал, только опустил, сразу же поклевкой какой-то там монстр клюнул, сломал удочку, я его держал, но не удержал, порвалась нитка, и он ушел. Хорошо, что у меня была с собой еще одна удочка, сразу взял и поехал ловить дальше. Закармливаем эти места. О. Есть первая поклевка. Ну. Ух. Как давит. Ух, пример отрабатывает. Небольшой, но давит так. Хорошо. Вот такой у меня сачок. Сейчас будем его брать. Отпускаем по чуть-чуть нитку, чтобы не сломать. Блять! Ушел. Первый сход. Очень жаль. Очень. Это называется первый блин комом. Ух. Ага. Небольшой. Белый амурчик небольшой. Да стой, сейчас я тебя выпущу. Вот какие амурчики. У нас уже выросли. Весной я их ловил еще, они по 200, по 300 грамм было, были. Это уже такой в районе килограмма. Ну иди. Ой. Опять амурчик. Ну, братва. Сейчас выпущу, сейчас. Стой, друг. Мой танчик вез меня на рыбалку и чуть-чуть испачкался. С таким трудом он меня сюда привез. Но привез. Молодец. За что ему спасибо. Взял я другую подсачку с длинной ручкой. А то из-за той короткой подсачки сошел первый карп. Потому что та подсачка с лодки удобная. А вот с берега не очень. Опа. Есть меленький. Ну,
Такого надо отпустить. Скай, иди. Давай. О, карасик. Карасик, но красивый. Есть поклевка. Небольшой, но такой бодренький. Есть. Самое трудное в этой рыбалке — это подкрасться к карпу. Ох, он и хитрюга. Чуть-чуть услышал где-то что-то, и все. И уже его нет. Ух. Ух. Хорошее что-то. Запутался, наверное, за камыш. Так, надо идти доставать. Не взял подсачку. Вот он. Да небольшой. Небольшой, но так нажимал. Вот такой. Килограмм полтора. Опа. Есть. Три раза клевал. Вот наконец-то попался. Такой килограммчик и полтора. Давай. Вот такие места я понаделал. Проходы в камышах, чтобы не обходить по берегу, по камышах хожу. Опа. Хорошенький, как давит. Хорош, успокойся. Ты уже поймался. Все, идем его доставать. Ух. О, все есть. Вот такой килограмм где-то три. Так, сейчас свесим. Вот у меня такие веса раполовские. Сейчас весим, чтобы не говорили потом, что он килограмм, не больше. О, красава. Ну, так я и говорил, 3 килограмма. О, вот такой карпушка. Красивый. И вот веса. Ну да, 2900. Трешечка. Люблю красивых карпов. Вот жена теперь будет довольна. Сейчас будем пытаться поймать карпа вот с такого коряжника. Ну, давай. Боже, помогай. Есть поклевка, карпа хорош. О, вывел с коряжника. Иди сюда, хулиган. О, меленький. Такой красивый, зеркальный. Стой, 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 сейчас я тебя отпущу. Иди, зови своих родных побольше. Дедушку и бабушку. Уй,
расчищал такие проходы, чтобы можно было лазить по камышах. Ну, амурчик на кило где-то. Да сейчас, сейчас я тебя возьму. Танцует. Буду я закругляться. Рыбалка сделана. И была очень неплохая рыбалка. Хоть и налазился я по камышах. Конечно, так, что аж спина болит и ноги гудят. Но все-таки удовольствие получил неимоверное. Хоть и нет крупных карпов, самый большой карп 3 килограмма, но клев был, скажем так, неплохой. Думаю, жена будет довольна. Теперь стушит она карпов с овощами. Ой, блюдо ням-ням, я тоже его люблю. Вот такая рыбалка на мормышку с берега по камышам. А вам желаю побольше трофеев, не фаста, ни чешуи. Пока, друзья, до новых встреч.